вообще-то должно было быть трогательно. Ну что, уважаемые гости, мы готовы начинать выездную церемонию. И для начала хотелось бы встретить потрясающего человека, настоящего мужчину, человека, благодаря которому мы сегодня здесь собрались, и человека, которого вы все очень хорошо знаете. Давайте все вместе его поприветствуем громкими аплодисментами. Ваши аплодисменты! Саша, ты чуть позже выходишь, извините. Давайте все вместе встретим ведущего выездной церемонии Юрия Грозилова. Ну что ж, друзья, давайте же подтвердим ваше согласие. Начало выездной церемонии, аплодисментами. Дорогие друзья и близкие, от лица наших молодых мы рады приветствовать всех вас и благодарим за то, что вы собрались разделить с нами этот счастливый и яркий момент. Вступление в брак – это сугубо личный и ответственный поступок. Для того, чтобы черпать силу и продолжаться долгие годы, их союз должен добраться родными и близкими людьми. И в этой связи я обращаюсь ко всем вам. Поддерживаете ли их решение вступить в семью и готовы принять нового человека в свою семью? Да. Давайте все вместе ответим «да». Да! Отлично, мне теперь будет где переночевать. Вы знаете, друзья – это очень близкие люди, а свидетели на свадьбе еще ближе. Так они сидят вместе с нашими молодыми. И сейчас давайте же поприветствуем наших свидетелей. Это Евгения и Сергей! Громкие аплодисменты! Ну что ж, друзья, и сейчас я вас прошу не скупиться на овации и встретить достойно настоящего мужчину. Человека, который точно знает, чего он хочет. Ведь именно благодаря ему у вас дома появилась любая электроника со скидкой. Он почетный и званый гость в Каменке. Встречаем наш жених Александр, ваши аплодисменты! Внимательно на этого мужчину. Он улыбается, но на самом деле он очень сильно волнуется. Давайте же его поддержим вновь аплодисментами, чтобы все волнения ушли прочь. Ведь мало кто знает, но он отверг внимание миллионов женщин. Да что-то миллионов, десяти. Чтобы открыть свое сердце лишь одной того достойной. С ее именем на устах он ложится спать и встречает рассвет. Имя это Найк. Да давайте же встретим ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Наша невеста Найк в сопровождении папы Геннадия. Ну что ж, дорогие наши молодожены, безусловно, решение, принятое вами связать свою судьбу воедино, было хорошо обдумано и вряд ли найдется человек, который сомнится в правильности этого решения. И если такой человек сейчас есть в зале, то пускай он говорит это сейчас или молчит навечно. Я против! Рот закрой! Давайте поаплодируем и продолжим. На пороге новой жизни. Прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным, искренним? Прошу ответить ваш жених. Да. Давайте поддержим это решение. Прошу ответить вас вместе. Ваши аплодисменты, друзья. Но еще мы должны получить согласие одного человека, чтобы продолжить эту свадьбу.
уважаемый видеооператор, вы не против? Да. Ваши аплодисменты. Ну а сейчас, дорогой жен, готов ли ты взять Нелли в законы жен, любить, оберегать, доверять ли с ней все радости и тягости жизни и быть за собой посуду? Да. Тебе все гораздо. Не, я не занят. Да, дождь очень сильно лил, да. Ну, возьми колбаску. Все, давай. Ладно, тем. Дорогая Нелли, готова привезти Александра в законы Божьи. Любить, оберегать, готовить ему вкусный борщ и быть. Я что-то смешное сделал, чего смеемся? Любить, оберегать, готовить его вкусный борщ и быть верной женой. Поддержим это решение, мы действительно. Молодой, вы дали обещание друг другу жить вместе в любви и согласии. Разделяем двоих вашу судьбу. Закрепите данные маме друг друга обещания, обменявшись вручальными кольцами. Ломбард городской. Самые низкие проценты в районе. 2.12.90. Магазин «Таежный». Ювелирный салон «Бриллиант». Дайте поаплодируем спонсорам. Это означает, что отныне вы не две половины, вы единое целое. Храните свою любовь и нарушайте дружбу между собой. Всегда подавайте друг другу пример любви и заботы, чтобы влиять друг на друга. Пусть дарите речи только хорошие. И с этого момента вы стали еще ближе друг к другу. Вы стали настоящей семьей. И мы объявляем вас мужем и женой. Ну а вместо жених сможет поставить невесту.